Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня очередное видео покупки фикс прайс. Меня зовут Анна Латышева и приятного просмотра. Давно не было у меня покупок, но вот пришлось по хозяйственным вещам таким покупать. Первое, купила прил, никогда не видела гранат инжир. Я взяла на дачу, делают немцы, мне нравится, 50 рублей. Так, кондиционер Вернель, 99 рублей. Был еще для стирки Персил, 77 новенький. Ну, другие я не стала брать. Так, взяла вот такие две упаковки салфеток Котта. Они по 18 рублей 30 копеек. Взяла вот такие салфетки влажные для дома. 130 штук. Они стоят 77. Там очень много. Там появились салфетки для снятия макияжа, для интимной гигиены. Вот. Любимые, конечно же, свои мочалки. 50 рублей или 55 они вроде. Вот. Потом набрала йогуртов вот таких. Вот эти йогурты, я так поняла, стоят по 10 рублей. Три штуки, вот. Вот такой тоже, не знаю, вот шоколадный 16 рублей стоит. Да, шоколадный пудинг. Вот такой стоит 8,30. Это банан и клубника. А эти, я думала, они по 25, там, ну, где-то так. Оказалось, ведь дешевле. Набрала 8 пакетиков Феликс. Очень выгодно. Они стоят по 18 рублей 30 копеек. Видите, сколько набрала? Потому что в Ашане не успели взять. По 2, ну, по 2 одинаковых. Вискас тоже по 18 рублей стоит. Да, вот они. С курицей, с ягненком. Так, взяла спонж. 55 поменяли упаковку. Была розовая, сейчас голубая. Так, мама попросила купить сок. Я взяла сок. 50 рублей. Сады Придонья. А, яблоко, виноград. Еще одни салфетки. 18,30. Взяла вот такие салфетки. Они стоят 77 рублей. Взяла вешалки на дачу. Они стоят 77. Вот такие металлические, хорошие, мне кажется, салфетки. И основная цель тоже была скатерть. Наконец-то завезли. А, стоит 99 рублей. Вот. Извиняюсь, потому что у нас там деревья пилят, косят траву, готовят площадку к реновации дом. Так что у меня будут теперь строительные такие звуки. Вот. Что нового в фикс-прайсе? Кепочки завезли, галоши стоят, купальники какие-то лежат. Но в текстиле я не заходила. Из посуды ничего такого нового нет. Ну, контейнеры. Ну, ничего такого нового я не увидела. Суп такого. Не знаю. Ну, умывашки вот эти за 50 рублей с салициловой я не стала брать. Вот такие были покупки из фикс-прайса. Надеюсь, чем-то вам было полезно. Благодарна вам, что вы досмотрели это видео до конца. Поставили пальчик вверх. Это лично ваше желание. Так что всех целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.